Смотрите, в какой мы местности находимся. Это Фрайбург. Хотим немножко пойти погулять. Сейчас парковку нашли специально для мотоциклистов. Здесь уже кто-то припарковался стоит. Да. Пример, Саша говорит, показываем. Ну, во всех городах, в принципе-то, есть парковки для мотоциклистов. Мы даже если в большой город куда-нибудь приезжаем, если, например, не можем сами найти, сколько раз мы уже подъезжали к полицаям, спрашивали, они нам объясняли, полицаи, они где эти если ты даже где-нибудь возле забора встанешь. Парковки специальные. Ну, мы все равно стараемся соблюдать вот это все. Чтоб без проблем всяких. Смотри, птичка сидит там. На, смотри, воробушек. Ну, значит. Угу. Ё-моё, как у него бак широкий, Саша. Гусь, смотрите, стоит. БМВ. Да. Такой тебе нравится? Ну вот, Саш, такой хочет, только новый. Саш, что-то он такой здоровый, ё-моё. Тут-то Саша меня ждет, говорит, на с тобой ехать смотреть. Для меня он что-то такой здоровый. Смотрите, какой у нас бак. А у него какой? В 3 раза больше. У нас бак 19 литров, а тут бак 30 литров. Ну да, есть разница. Саша говорит, 19 литров у нас, а здесь 30. Слушай, интересно, на нем удобно ездить? Говорят, да. Говорят, да? Я еще не ездил на нем. Сидеть сидел, а ездить нет. Ну вот, Саша хочет попробовать на таком прокатиться. Ну, не только на таком, еще на каких-то хочет. Итак, переодели мы башмачки, одели кроссовки, чтобы нам легче было ходить гулять. Свои эти все сапоги спрятали. Берем с собой рюкзачок. О, сапог полетел. Может, сейчас погуляем. Может, если где-то местечко найдем, сядем, посидим. Там речка. И здесь возле дороги. Вот хотим вдоль речки пойти погулять. Народу много приезжает тоже. Гуляют люди. Фрайбург, Фрайбург. Часто приезжаем во Фрайбург. Смотрите, церковь какая. Саша пока пакуется. Я, как всегда, болтаю, хожу. Интересно, здесь что такое? Шуля. Шуля. Школа. 1902 года. Гибербо Шуля. Церковь тоже, да, красивая. Церковь какая красивая. Церковь, наверное, потом зайдем. Ну да. Посмотрим, погуляем. Сначала. Интересно, да, во Фрайбурге школы в таких старинных зданиях. Прикольно. Ребят, смотрите, с этой стороны обошли. Какая церковь красивая. Вау. Очень красивая. Смотрите, для тенниса столики стоят. Вон играют люди на этой площадке. Здесь для баскетбола площадка. Вообще шикарная. Красивая, да, Саш? Там детская площадка, детки играют. Дедульки, ну, молодцы дедульки, чё. Смотрите, стоят, играют. А чё им на пенсии заниматься? Правильно делают. Дома на диване, что ли, сидеть? Я так вышли на свежем воздухе, еще и в теннис поиграли. Сейчас мы перешли через дорогу. Хотим в сторону города сходить немножко. Ну, в сторону центра сюда. Немножко погулять. Смотрите, речка какая.
А потом где-нибудь у речки местечко найдем. Посидим. Прикольно. Мы уже сюда приезжали. Помнишь, мы вон там возле арки, да, где-то парковались? У нас даже видео есть. Помнишь, мы снимали? Сам центр туда. Нет, не помню, когда возле арки парковались, мы не снимали. Дох. Там еще вот этот, знаешь, стенд висит, где наклейки клеить. Мороженое кушали, не помнишь? Сидели потом в закутке. Смотрите, здесь потом можно спуститься. Где-нибудь сесть. Пошли, Саш. Саш, идти надо. Да, глазами не щелкать тут. А то потом будешь стоять на светофорах, да? Ну. Здания какие, смотрите, как в сказке. Сверху смотрите. Да. Красивый очень исторический город. Движуха какая. Ну, сегодня выходной, я уже говорила, хоть и понедельник. Так что все закрыто. Практически все, наверное, эти кебабные, да, пиццерии, может, где открыты, мороженое можно покушать. Пока еще не встретили. Угу. Смотрите. Да, инструменты музыкальные. Саксофон. О, смотрите, саксофоны, ну. Гитары. Так, трамвай куда-то поехал. Вот, автоматы для парковки. Видите, здесь такие стоят. Фонтанчик Бруно. Ё-моё, такие красивые здания. Угу. Здесь шоколад, видите, делают конфеты, шоколад. Да. Мы в Баден-Бадене тоже гуляли, там есть такие магазины, где сами делают шоколад. Крихеша, ресторан, вот их меню висит. Открыт. Центр очень красивый здесь. Смотри, какие балкончики сверху. И шикарные, ворон, да? И ворон туда посадили. Посадили это или настоящие сидят? А, искусственные? Птички? Криво, железные? Одна криво, одна прямо. А, понятно. Парковки для великов. Да. А сверху, видишь, окна, люди живут. Я представляю, наверное, здесь мита тоже не дешевая. Дорогая мита. Считай, в таких домах, в центре самом мита. Я представляю. Ну вот, сейчас идем в эту сторону. Там арка. Ты по дороге, да, идешь? Да, я видела, что я по дороге. Знаю, что я по дороге иду. Кафешка открытая, сидят кофе, пьют, завтракают люди. Тарго банк, видите, в каком здании. Здесь парковка, тоже смотри, мотоциклы стоят, велики. Мы парковались тут, и мы тут где-то гуляли, мороженое кушали. Ребят, обратите внимание, в этом розовом доме какие угловые. Полукруглые балкончики. Здесь статуи стоят. Саша, видал, коляску прицепили вон на столб? Кто-то потерял, наверное. Угу. Вот такие улочки здесь. Коммерцбанк. Пришлось нам маски одеть, ребят. Потому что где фу-зона, где пешеходная зона, надо в масках ходить.
смотрите, там Макдональдс. Мы неоднократно с Сашей там были. Заходили туда, кушали и мороженое покупали. Да. Бутики тоже такие маленькие есть здесь, очень много. Некоторые в масках, некоторые нет. Ну. Смотрите, стену обрисовали как. О, смотри, пойдем туда сходим. Речушка, смотрите. Слушай, мы прошлые разы, когда здесь гуляли, не замечали это. Да. Представь, люди живут, да, дом прям в воде стоит. О, смотрите, вода шумит. Смотрите, дома прям в воде стоят. Голубь сидит. Ну. Смотри. Прикольно, да? Такая улочка. Угу. Дом такой острый, смотрите, здесь стоит. Нарисовали. Угу. Водолаз, ну. Блин, в маске дышать нечем, да? Нос открой. У меня документ с собой нет. Не, у меня в кошельке дома документ. Когда я с тобой еду, зачем мне кошелек? А? Для этого ты у меня есть? Кошелек тебе не нужен, а документ там. Ну да, документы я забыла. Сама виновата. Смотрите. Классно как. И трамвай поехал. Ту-ту на Воркуту. Прикольно, да? Трамвай поехал. Че тут в тачке? Пивоварня, ну, бадиша, цайтунг в этом здании. Люди сидят, пиво пьют, кушают, обедают или завтракают, кто что. Интересно, смотрите, пол так выложен, да? Саламандр. Ой, там тоже красиво с надписью. Магазин. Наши мальчишки всегда там обувь покупают. В этом магазине Снайпс. Вон трамвай поехал. Красота. Саша, остановись. Я поснимаю. Трамвай едет. Красота. Обалденная. Смотрите. Поехал. Голуби бегают, гуляют. Привет. А? Бегают. Пойдем пройдемся по центру. Угу. Смотрите, обувной магазин. Обувь. Продается саламандр. Тут очень много магазинов. Разные бутики и магазины большие. Там тоже обувь Дайхман. Здесь, видите, всякая бижутерия продается. Магазина. Витрины здесь, видите, такие. Посуда для кухни, утварь разная. Красиво очень умеет витрины оформлять, да? О, трамвай поехал. Вот напротив магазинчиков вот такие тоже витрины стоят.
Можно ходить, просто рассматривать. Здесь что? Рай заберу. Фото. Фото. Памятник стоит. Столько шин, смотрите. Рельсы, рельсы, рельсы. Надо быстрее бежать. Хоть и все закрыто, но центр живой, оживленный. И тоже что-то строят. Памятник. Прям посередине. Рельсы, рельсы, да? Шпалы, шпалы. Едет поезд запоздалый. Ладно, идем дальше гулять. Ох, трамваи разъездились. Можно на одном месте стоять и смотреть, да? А, ехал. Вот так вот прямо пойдешь, иди к школе пройдешь. Да? Тут они в центре постоянно околачиваются везде. То, что недалеко от школы. Вот еще один трамвай. Вон еще один едет. Я даже не знаю, куда пойти. Ну, пойдем. Пойдем быстрее. Трамвай едет. Здесь остановился на остановке. Там поехал. Да, шикарно. Виды такие. Слышь, как птички поют? Да, жарко встает. Эндлифман, что уже так тепло встает. Мы все лето не можем дождаться. Пару деньков нас порадовало, и все. Где-то что-то летит. О, вон полетел, ё-моё. Не успела снять. Парковки везде, видите, для великов. Велосипедистов очень много здесь. Ну, это Студентенштадт, город. Пойдем для студентов. Пойдем. Пройдемся по такой дорожке. Интересно, что-то воды здесь нет. Обычно вода стоит. О, сколько народу здесь сидят. Вон там церковь. Что, пойдем к ней? Смотрите, здесь улочка какая. Улочка какая прикольная. Красота. Слава Богу, открывается уже столько много всего. Вон люди кушают, сидят, отдыхают. Сейчас решили пойти в эту сторону. Посмотреть, что тут. Сколько людей. С маской разговаривать чуть-чуть погромче, да? Да, маску одели мы. Многие люди без масок ходят. Мы одели.